Привет, привет, всем добрый вечер. Привет. Вовочка. Привет. Мы поехали в магазин Вовчику пластилин купить. И так. И молоко. И молоко, да, молоко надо еще купить. Забыла, точно. Да. Забыла уже. Хорошо, что ты мне напоминаешь, да? Так что вот сегодня понедельник. День не тяжелый. Отдыхающий. Угу. По понедельникам лучше не работать. А это? Было утро, стало день. Конечно, все уже. Весь день прошел. Уже вечер. А, так я думала сегодня... Нет, уже, Вовочка, вечер. Сегодня прохладненько, 4 градуса показывает. Ну так, пасмурно было, ни о чем, короче. Грязь вообще сумасшедшая, дикая. Сейчас покажу, что происходит на дороге. Вот так вот. Пешком ходить невозможно. Ну да. Мам, когда я выходила из садика, была огромная лужа. Что ты, Вовочка, говоришь, лужа была огромная, когда с садика шел? Угу. Наоборот, высунулся. Ну-ну-ну. Ты рассказывал. Такая, говорит, ситуация сегодня была, вообще капец. Такая ситуация, лужу не мог обойти. Вот тебе ситуэйшн. Для него вот такая лужа, как море, целое море. Ой, что-то машина не прогрелась, что ли, нифига. Включи мне подогрев. Что-то как-то прохладно вообще. А знаешь что? Что, зайка? Когда мы были в гостях, я такого важного увидела. Где? Ну, про самолеты. А, в Ютубе? Я думаю, кто там набирал, как падают самолеты. Тебе зачем такое смотреть, Вовочка? Ну, просто не знают, как падают. Никто об этом не знает, как падают. Да, и дай бог не узнать никогда. Это вообще. Я как в самолет сажусь, у меня все. У меня такое ощущение, что я куда капсулу смерти сел. И отсюда никуда не деться в случае чего. Да. А еще если над водой, я боюсь высоты, боюсь воды. Раньше же как говорили, типа, кто чего боится, тот от того и умрет. Ты представляешь, на самолете упасть в море. А помнишь этот Синайский там полуостров или этот самолет-то упал? Ну. Мы же как раз вот неделю как прилетели оттуда, примерно так, да? Помнишь? Так, это 2015 год был. Мы еще с тобой фиговали, нифига, как мы вовремя прилетели. Ну, а потом же все закрыли. Но. Да там теракт был. Думаешь, в этом самолете, да? Ну как, официальная версия же теракта. Ну, хотя, может, нашему правительству так удобно такую версию было сделать, чтобы запретить эти все полеты. Да, капец, конечно, страшно. Угу. Ну, я сколько читала литературы, что они все умирают еще до того, как самолет упадет. Что вот это происходит. Разгерметизация судна. Человек просто теряет сознание от этого перепада давления резкого. Да. Ладно, не будем о грустном. Но... Эту отрыла беретку эйвонскую или орифлеймскую, уже не помню, заказывала еще, наверное, в 2010 году. Мам. Прям нужно мне было ее с пайетками, с этими, капец. Мам. Вообще забыла про нее. Че, зайка? А знаешь что? Че? Когда это Маша тут стоит, Березин. Настя. Мам. А Настя, что? Может, что-то серьезное? Мама. Я не знаю. Говори, я тебя слушаю. Угу. Смотреть там в ТикТоке я тоже смотрела. И было все так же, как самолет падает. Да ты чё? Я это набрал, и там было все так же. Угу. Но это чё? В ТикТоке сидел вчера, да, значит? Ну, только в гостях. А потом я за YouTube набирал. Угу. И увидел, что все так. А меня в ТикТоке, Вова, смотрели?
Не смотрели? Нет, конечно. Кому я нужен, да? Там такая чушь, я вообще не могу. Блядь. Чё, я снимал-то? Ну, как мороженку лизал там полчаса. Меня аж потряхивало. Это реально тикток головного мозга. Это вообще. Все понимаю, маленькие дети там кривляются. Ну а тут это вообще, блядь. Нам просто заняться не было. Нечем было в Узбекистане. Вот и снимали там. Фигней маялись. Да, весело там было. О, такой закат красный. Так красиво, да? Такое зарево солнечное. Блин, круто. Завтра, наверное, тепло будет. Но, так ты видела, во дворе вообще весь снег оставил? Вообще прям нету снега во дворе. Ну, сейчас надо выметать там все, да, вот эту фигню. Завтра надо прям уборкой заняться. Конкретно. Да, блин, уже съездить, брусья заказать, слышишь? Сказывай. Я, короче, придумал, как я сделаю. Кстати, 12-метровый брус мне не стали делать, короче, отказали мне. Потому что якобы всего лишь два бруса заказываю там, ну, хотя бы там кубов 10. Я говорю, да куда мне столько-то? Ну, из двух брусов они там два бревна тащить, это заказывать не будут, лес не будут заказывать. Ладно, если там этот состав, говорит, заказать, там базара нету, двигаться из, короче, из-за мелочи не хочется. Ну и что, стыковать будешь? Да, я уже придумал, как буду стыковать. Короче, шпильки надо еще купить. Шпильки и бур. Две лезть. Так, мы куда поедем? В магазин. Ну а в какой? Сити Мол, я думаю, нет? Сити Мол? Может, в Ленту съесть? Да, давай. Что в Сити Моле мы когда были? Позавчера. Все уже там облазили. Съездить даже некуда. Но Каменск маленький. Да, блин, все-таки, вот как бы мы ни говорили, Каменск маленький, да там якобы вечером допоздна или круглосуточно магазины не работают. Ну, все-таки я его люблю, какой бы он ни был. И, блин, мы реально уже здесь приросли. Угу. Если бы вот хотели мы вот искренне куда-то свалить, мы бы давно уже это сделали, да? Ну, мы все-таки где-то в глубине души, там где-то далеко-далеко не хотим уезжать в Шанхай. Ой, Шанхай, вообще не хочу уезжать. Но... Что-то Шанхай... там писал про Шанхай, что это дно. Нифига подобного. Не, Шанхай это, блин... У нас вообще отдельное государство. Да, все друг друга знают. Mm-hmm. Машину прям оставляешь. Я один раз, короче, машину возле пятиэтажки оставил. Когда это? Ну, в прошлом году. Оставил, короче, на сигналку я поставил Опель, а окно это забыл закрыть, короче. И меня же нашли парни, этот Денис. Денис, по-моему. И, блин, как я не помню, как его зовут. Нашел мой номер телефона, узнал, чья это машина, нашел мой номер телефона, позвонил: Олег, ты что машину оставляешь? Я говорю, в смысле, что мешает? Говорю, или что? Нет, говорит, у тебя все окна закрытые, выхлопают. Открытые. Открытые окна выхлопают, я говорю, блин. Он, ну ладно, сейчас, говорит, я пока здесь. Что? Пока, говорит, я здесь, так что это. Час, говорит, я это вижу, она сейчас как поле зрения. Сейчас расскажу. Рассказывай. Про общагу там. Олег такой тоже модный. Машину оставил, окна все нараспашку, все, пошел домой. Утром выходим, все выхлопано. Не так было. А как? Я вот, да, я оставил. И это, зашел-то домой что-то на 5 минут. И у меня эта обратка сработала, сигналка, брелок. И выхожу, у меня вообще все, видеорегистратор, это, конвектор там был, еще какие-то прибамбасы. Навигатор. А, навигатор был. Потом этот радар. Короче, всякая фигня, вот эта всякая шляпа вышла, все эти навигаторы, все напичкали, ну. И все, вот буквально 5 минут и реально выхлопали машину. Ну, конвектор больше всего жалко. Мы его вот только купили, даже неделю он у нас не отлежал. Даже ни разу не попользовался. Угу. Конвектор-то такой вообще вот мощный. За 3000 тогда брали, это еще тогда 10 лет назад. Но его в этот прикуриватель втыкаешь, и тебе розетки. Да, и торчат. Там 220 можно с собой на природу колонку, например.
Даже телевизор что-то он вывозил, ну такой нормальный. Что, зайка? А давай покажу тебе эту базу. Ладно, покажу. Потом был. Ты бы не смотрел лучше такое? Новый, не надо вообще думать об этом. Мне не нравится это. Так я не знаю, ведь как это выглядит. Ну так и никто и не знает, и не нужно никому знать. Ну. Да просто один раз поставь. Так что вот, на Шанхае у нас порядок с этим. Угу. Как бы, ну, реально все друг друга знаем, уважаем друг друга, здороваемся. Подвозим даже друг друга. Вот недавно тоже в Шанхае выезжаю, помнишь, я за брусьями ездил. И раз на остановке кто-то свистит, я чуть в зеркало. Саня этот. Какое? Блин, фамилию. На четырке-то вот недавно ездил, к БТ мы стояли. И все, блин, что, не составило труда. Я ехал вообще на пилораму, на центральную проходную, а ему надо было срочно на Беляева там что-то. И все, я его довез. Ну как-то такое отношение друг к другу. Так, время сколько? Время 8 часов, уже светло. То есть еще светло. Круто, вообще здорово. 8 часов уже? Угу. Блин, классно вообще. Самое главное, что я дома и не поехал ни в какую командировку. Это вообще самое, это вообще огонь просто. Я сейчас за последние, наверное, 4 года, да? Или 3? 3 года. 3. Дома лето, вот просто буду дома находиться. Угу. Реально, с семьей. И даже не буду об этих командировках там. Даже общаться не хочу на эту тему, разговаривать. Блин, столько времени. Ну, конечно, как бы это все прибыльно, базара нет. Но в семье-то ведь тоже надо бы находиться. Так что вот. Ну, вот сейчас это возобновлю себя обратно. Вот эта доставка стейка, шашлыка, рыбы. Кстати, у меня уже пошли заказы. У меня уже послезавтра 4 килограмма заказали мясо. А? А когда мороженки будут продавать? А, он в киоске, все, Вова, мороженки хочет продавать. Скоро можно, кстати, и это. Ну, тебя на лето, Вовочка, посадить туда, торгуй. Но. Ты же любишь торговать, да? Да, вот это твой магазин будет. Договорились? Все, и будешь торговать. Тебе надо это, в Анапу поехать. Дать тебе чурчхелу и по пляжу пустить. Точно. И по-любому, да, это расхватает. Будешь, продаются чурчхела, да? Ты же у нас такой деятельный малыш. Угу. Продаван. Так, ну ладно, отключусь. Пока потом, как в ленту заедем. Так, еще увидимся. Сняла эту дебильную беретку. Как блин на башке лежит, капец вообще. И я там вообще ни о чем. Не будем больше на руках. А ты думаешь, если я заберу их так, что будет? Не знаю, зайка. Что будет? Ничего не будет? Да. Только что слушали радио, приняли в Госдуме законопроект про наркоманов. Короче, если наркоман будет принят состояние наркотического опьянения, то сбыт наркотиков на него вешаться уже не будет, как раньше. Прикиньте, да? Что делается? Что творится? Угу, конечно. У тебя что, нет, что ли? Да. Ты тоже поменяй, тебе сколько она уже? Не, второй или третий раз уже одеваешь. Угу. Поменяй. А? Пойдем, нету этой налички. Видишь, что говорю? Налички нет, говорю. Потом, когда выходит, а у меня нету денег, налички нету. На карте деньги. Это такая. Машина такая. Сколько стул стоит? Стул 6, да? Угу.
Ну и один стол 1700. Они пластиковые? Ну, так они вообще деревянные. А и стол вообще. Ну, поняла, поняла. О, вот это классно. О, вот такой мне нравится. А где цена? Чё, мам, купим? А сколько он стоит вообще? Не знаю. А вот он. 18 тысяч. Чё? Так это очень дорого. Все деньги на это потратить. Угу. Они дешевле заказывали. Кто? За 12. Мам, давай зайчика купим. Лена. А, да? Давай за... Пап, купи зайчика. Знаете? Угу, пожалуйста. Красиво. Ну, погладим, погладим. Чё, купите? Всё погладим? Поехали. Какого нет, нет. Чё, пойдёмте пластилин посмотрим? Мам, ну давай ещё это. Пластилин, говорю. Всё, пластилин, потом здесь. Кстати, да, точно. А как мы его сегодня найдем? Вот именно, что мы сюда поехали, если здесь нет пластилина? А что ты сразу же не сказал? Так я забыла. Мы же тогда здесь не смогли пластилин найти. А мы что, здесь что, нет пластилина? Нет пластилина. Слаймы только. Ну да. А это что-то? А, это мягкий пластилин. А что он уже тот пластилин-то все выбросил? Да. Мы же тебе пластилин еще. Ну понятно, лучше. Лучше. Такой деловой. Тут 12 цветов, там 6 цветов, да? А кот, давай вот этот, Вовочка. Вова. Такой пойдет? Только он высыхает, но... Ну ладно. А. И вот этого робота... Мам, давай лучше другой. Давай. Что-то мне больше не понравилось. Не понравилось? Мне он тоже не понравился. Он высох тогда весь. А что оно у тебя вылезло-то все? А что пластилин? Он воздушный. Не надо? Не надо. Не, мне нужно робот и пластилин. У тебя есть такой робот уже? Мам. Вот именно такой же мы в Фикс-Прайсе брали. Да? Какой он другой немножко. Цветом другим или что? Какой другим цветом? И сколько он стоит? Хочу его купить. Это я не буду брать. Мам, помнишь? Мы его брали, когда маленький был. Okay. Угу. И я его и здесь сломала. Ну, ладно. Ох, какой паучок. О, ай. Боишься? Нет. Мам, да. Пап, а? Ты робота лучше не покупай. Знаешь, что покупай? Вот это. Ой, ты. Ну давай, бери это и пошли, это все. Вот это? Ага. А это что такое? Это... Ой, светится в темноте какой-то динозавр. Он еще из костей. Из костей? Да. И пластилин, и все. Или пластилина такое? Здесь нету, Вова. Ну, купим молоко, а пластилин... А, собирать его, да, надо? Угу. Мам, ну и чё? Давай. Ну, опять всё будет валяться, да? Ну, лишний хлам опять. Ура! Чё, ты купишь? Ладно, ладно. Ладно, всё, пойдёмте.
Это все, что мы купили. Что? Кот поетошный. Пойдем. Что за музыка? Рис смотрим для плова. Ну вот он, нашли. Короче, нешлифованный. Краснодарский. Крупа рисовая, нешлифованная. Бурый рис здоровья. Он, это, 800, вот, да, они по 800 грамм идут. А они совсем по 800 грамм идут. Нет. Это просто все. Да? 900 или 800. Ну ладно. А то позавчера в сынке искали, не могли найти рис. Нашкакованный. Пойдем молоко смотреть. Батончик Сникерса большой, 30 рублей. Мам, а последний мы купим? Спасибо. После молока. Ой, Иди сюда, здесь еще посмотрим. Давай еще посмотрим. А ты запомнишь, где это было? Конечно. Если забудешь, я сам. Ты мне напомнишь, да? Ну и, конечно, не особо было. Мам, если их так много, я могу забыть. Мам, это что такое? Огромное мороженое. Баскин Роббинс. 713 рублей. А что мы будем покупать теперь вот в этом, да? Ой! Мам, давай баночки купим. А я тоже смотрю баночки. Думаешь, да? Баночки или нет? О, мам, давай вот эту. Как раз ягодная. Манговая. Ягодная. Так, это какая? Клубничная. Клубничная. И вот эта клубничная. Карамель. Мам, давай клубничную. Подожди, Вова, дай оценю ты руку. Разберусь, капец, мам. Ничего не ясно. Надо говорить, какие ясно. Продать его? Слушай, а что это такие крылышки худые прям? Одни кости. Не знаю, почему такие. Так, продадим. Роды продаешь? А? Говядина такая страшная. Вот ребра. Курица. Ребра мне нравится. А мне нравится, как выглядит. Сыночка не попадает. Нет, там такое красное прям, старое. Да. Корова прям.
не хочу купить, да. Килограмм где-то. Полтора, может быть. Вечером. В казане сейчас приготовим. Или в сковородке вот. Это блестит противно, намазано маслом. У меня аж прям вкус масла на языке появился. Икринки. Икринки? Угу. Краб как будто похоже на кия, да? Слушай, а у нас лед есть дома? Да. Точно, да? Да. Не знаю, мне что-то не внушает доверия. Снова дай свой ягодный микс. Какая ягода? Это как апельсинки, да? Угу. Может, это не так апельсинки? Ежевика. 359 рублей. Малина. 359 рублей. Я вот такую брала в этом, в Ашане. Вообще такая фигня. Она у меня к вечеру уже вся в плесени была. Безвкусная. Никакого запаха нет, вообще как трава какая-то. Давай бананчика возьмем. Нет, Вовочка, не надо. Давай. Какой банан? Банан тебе возьму. Давай ягодку. Ягодку. Вова, они, ты видишь, все в плесени. Все в плесени. А что такое плесень? Испорченная. Вот смотри. Почти что. Вот смотри, видишь? Плесень. Смотри, хватит вас только? Да хватит. Я вообще есть не буду. Мам. Почему? Не знаю, не хочу ничего. Не хочу ничего. Мам, а она не вверху нет. Где молока? Да, Вова, не надо, они невкусные, они безвкусные вообще. Они даже не пахнут. Вова. Понюхай, они даже не пахнут. Вова, смотри, они вот с плесенью, смотри. А это без плесени. Она даже не пахнет. Ну? Значит, надо. Пойдем, Вова. Да кичу. Все купим. Ну-ка, давай хоть посмотрим, какие ты взял. Что-то какая-то полупустая пачка еще. Вот испорченная. Вот, так они, Вова. Ну, они все с плесенью. Ну? Вон с плесенью. Вот плесень. Вот, которую ты взял, тоже с плесенью. Вот, смотри, что хочешь, такие есть. Вон, открылась уже. Смотри, какая она вся гниет уже. Фу. Пойдем отсюда. Что это? Пойдем лучше это, где-нибудь у бабушек купить. Ну сейчас-то нету никаких бабушек. Слушай, а может картошку с капустой стушить? Видишь? Сегодня что? Ты не хочешь ничего? Я вообще не хочу ничего, сказала же. Пошли молока возьмем. Артур будет ходить. Такой журнальчик купил. Журнальчик, говорю. А, журнальчик. Куда? Так он дорогой. Ничего себе. А, все деньги надо потратить, да, папа? Угу. Так, где я? Офигеть. Вова. Что там, офигеть? Что там? Голодающая 7-летняя девочка из села Осипеево, у которой видно вздутие живота из-за недоедания, потребления в пищу в травы. Фотограф Либерман, 21 год. О, боже мой, не дай бог, а.
не дай бог это все. Трупы детей, умерших от голода в селении Маркс, в Среднем Поволжье. Фотограф Нансен. О, Господи, ужасы. Вот тебе и журнальчик. Акулина Чугунова, убивший и частично съевший 6-летнюю дочь, и Андрей Семыкин, разрубивший на части ради еды свою умершую от тифа квартиранку, 21 год. Ой-ой, какой кошмар. Ночной Каменск. Не ночной, а вечерний. Целый час прошарахались в этой ленте. Дубль 2 приехали за пластилином. И вспомнила, Вовочка мне подсказал, что в прошлый раз, говорит, мы сюда приезжали, здесь нет пластилина. Mm-hmm. Чё к чему поехали? Всякой фигни понабирали. На полтора касика опять. Дали какую-то семечку в подарок, да, Вова? Mm-hmm. А 1200 берешь чек, семечки какие-то в подарок идут. Стики. Не знаю, сейчас посмотрим, что за фигня. Будем сажать. У меня там как раз горшок есть, которую я Герберу покупала в Оби. Она же сдохла. Вот горшок освободился. Больше не буду покупать. Если брать, то в Икее. С Икеи я брала, они нормальные, все у меня приживались. А что с Ашана, что с Оби, они вечно все передохнут. Темнота, капец, вообще. Ленки взяли ребрышки свиные, изначально взяли крылышки куриные. Потом увидели ребра. Смотрите, какие классненькие. Косточек практически нету, хрящики. Ну, ребра реально классные. Это почти. Как сполосну еще. Мама! Далее собрал мою Лизу. Сейчас мы их. Так. Дань, отдай ему его игрушку. Что ты там делаешь? Я горчицу остаток. Так. Майонез в остаток добавляем. А, это вот что ли? Горчички. Как вкусно пахнет. Так. Опять на ходу сочиняют, короче. Мам, а даже собрал моего динозавра. О, классно как. Ну-ка посмотрим, как он светится. О, ну давай. Опачки. Так. Еще майонезик добавим. Вау! Мам, он идеально светится. Да? Ага. Ну-ка выключи здесь свет. Ну, ой, ладно. Прям вот жидкого дыма. Иди сюда. Сейчас я на 5 секунд выключу. Давай. Иди сюда. Давай поставлю. Давай. Я видел это. О, офигеть, как классно, да? Угу. Блин, круто. Сколько ладно, стоит? Все. 170, что ли? Вовочка, включи свет везде. Мам, а тебе денег не жалко за это крутое, да? Нет, не жалко. Ну, так, включите свет, а ничего не видно. Да не, включи свет здесь. Молодец. Я отключил. Мама, правда, я отключил. Ну, молодец ты, молодец. И Даня. Вместе, что ли? Да, вместе включили. О, Даня, дай еще меда, а? Даня, Данил. Света, я другой. Там где-то вот еще с медом смазать, и вообще огонь будет. А кто выпил мой сок? Я ведь не выпивал его. Он прям впитался сразу. Сейчас, подожди, не знаю. Это Даня его выпил. Давай. Вот мед маленечко засахарился. Мед домашний.
блин, он прям сильно засахарился, слушай. Слышишь? Ну. Вот его бы как-то растопить, что ли. Что? Нет. Надо его по-любому, короче. Дай эту тарелочку. Сейчас мы его растопим. Ай! 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 Хватит орать. Чуть микроволновки. А? Немножко говорю? Да, да, да. Вот столько. Вот. Немного. Кушай. Сними мою закуску. Давай сюда ее. Ой. Сюда сейчас всю эту массу. Так. А где? Ну, поехали. Размешивать. Блин, много завел соуса. Ну ничего страшного. Что я добавил? Скажи. Короче, аджика, горчица, остаток был там. Попробуем. Так, мед, жидкий дым, прям вообще капельку. Хотел еще этот острый, супер острый добавить соус. Так, жидкий дым для приготовления блюд со вкусом копчености и ароматом костра. Костровок, кстати. О, как дымом пахнет. Да, прям чувствительно. Так, состав. Водный раствор натурального древесного дыма. Офигеть, даже такое бывает, что... Водный раствор древесного дыма? Угу. Так. А что, делик, все опять, да? Люблю острые для себя уже... Или что, ну-ка сделаем половину вот так, это, остренько прям. Делай. Так. Вот, смесь перцев. Прям запах такой классный, душистый. Ну и сейчас чихну. Давай, давай, давай. Эти сидят уже такие. Выглядывают. Кто? Сидят. Уже сидят, выглядывают? Ага. Скоро на коробку будет побольше, они уже вон повазятся. Так, ну, чисто символически. Ну и... Что-то вообще кимовенько, блядь. Перчик. Ого. Спасибо. Спасибо. Так. Что ты там делаешь? Я хотела котят показать. Сейчас я подожди. Замариную быстро. Вот. Прям вот эта полоса будет вообще. Да потом ручка. Огненная такая. Ну не огненная, но острая. Хорошо так острая. Остренько. Так, ну и все. Промажем. Давай сначала с этой стороны. Так. Стоп, кисточку дай. Да, я тебе дам. Давай.
Где они все? Куда они делись? Вот две. Ну, одна на гриле лежит, а вторая где? Ну, ты икру, наверное, тащил, как обычно. Ну, наверное, там в беседке на столе, ладно. Фигня все. Зачем тебе 10 кисточек постоянно, не понимаю? Почему 2 всего лишь? 10, понимаю, конечно. Вова, сделай потише. Ну и в процессе еще, вот пока она будет в духовке стоять. Так, подожди, я это переведу. Угу. Вот будем смазывать еще их. Ну, раза два, наверное, смажем. Слушай, она в пакете не для запекания была, а просто пакет был? Просто пакет. А он это, без соуса, без маринада, как он будет в пакете? Так. Ай-яй-яй, ну ладно. Фикси. Да выливай, да и все. Ну, подожди ты. Ну и желательно бы перевернуть их. Ой-ой, пришла такая тоже легла. Приготовление. Такие эти вообще. Прикольные. Смотри, опять так. На спинке не может повернуться. Так. Лапками кверху, как поросятки. Ну все. Ой, такая мать, перемать. Все? Угу. Такие классные вообще. Угу. Такие толстенькие. Такие толстушечки. Вот какие. Пузанчики. Ню. Пискушки. Пискушки. Сколько шерстки вообще? Да, она капец. Мы по углам, да? Ну. Такие любопытные. Все им надо знать. Как пищевая? Куда это выходит? Не знаю. Сейчас проверим. Да. Такая пескуша вообще. Че это у тебя тут? Крысятки. Сейчас хоть на котят похожи. Угу. Ну, это помнишь такие вообще? Как сосиски какие-то лежали. На коробку уже большую. Это вообще потерял. А ты что балдеешь? Поставили. Подожди. Короче, на 200 конвекция. Пергамент. Я думаю, у нас что-то не случится, да? Угу. Ну все. Ждем. Котята едят, да? Это чья? Чей пузик? Чей пузик? Это что? Жопа чья-то. Это вообще вон как ест. Вы что все, кто как, а? Завтра коробку вам привезу. Хотя у нас там-то есть как-то. И надо просто порезать будет. Надо им сразу высоту сделать. Угу, они же все выглядывают. Ти-т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 и. Узкие, мягкие какие. Еще шарик-то положите оба? Положи. Будешь, да? И молоко добавь. Все, понял. Ну, это как раз я уже попил половину. О, услышала молоко.